Рыбинские чиновники после гибели в пожаре двоих детей могут пойти под суд. Трагедия произошла 8 июня, напомню. В огне погибли двухгодовалая девочка и ее 4-летний брат. На возбуждение уголовного дела в отношении сотрудников местных органов опеки настаивает прокуратура. После июньского ЧП в частном доме на улице Академика Павлова надзорное ведомство инициировало проверку. Результаты неутешительные. Семья была неблагополучной. Сотрудники органов опеки Рыбинска знали, что мать злоупотребляет спиртным, а дети находятся в социально опасном положении. Тем не менее, женщину не ограничили в родительских правах. Чиновники утверждали, что угрозы жизни и здоровью детей нет. Как заявляют в Рыбинской прокуратуре, это явная халатность.